будете работать? Я точно буду косметологом. Боюсь, этой профессии в будущем не будет. Как и многих других. Как не будет? А кем тогда мы будем? Появится много новых профессий. В будущем человек окружит себя умной средой. Дома будут реагировать на изменения погоды, времени суток, распорядка дня человека. И появится необходимость в новых специалистах. Задача проектировщиков – продумать, из каких материалов должны состоять умные дома, чтобы отвечать всем потребностям жителей. А сами дома будут печатать на 3D-принтерах. Хочу стать сити-фермером. К 2050 году традиционное фермерское хозяйство не сможет обеспечить нужды всех городских жителей. Сити-фермеры начнут выращивать продукты питания прямо на жилых зданиях. В будущем замена органов и тканей получит широкое применение. У человечества появится возможность полностью моделировать свое тело. А что делать мне? Используя биоинженерию, дизайнер поможет стать таким, как захочется. Почему сейчас нет такой профессии? Для таких фантазеров тоже будет профессия. Виртуальные миры станут реалистичнее. Появится возможность испытывать физические ощущения, даже чувствовать запахи. Великолепно! А реальным миром займутся инженеры по восстановлению окружающей среды. Используя образцы флоры и фауны со всего мира, они смогут возродить утраченные экосистемы. Мне удалось вернуть исчезнувший вид. Плохо, что это оказался тираннозавр. Такие инженеры смогут вернуть даже вымершие виды растений и животных.